Рюмина роща – популярное место для прогулок. Всего на территории парка несколько десятков дубов, возраст которых перевалил уже за 100 лет. По оценкам специалистов, возраст этих дубов составляет от 120 до 150 лет. За исключением дуба, остальные деревья в более лучшем состоянии. Какие-то чуть хуже, какие-то в очень хорошем состоянии. Но, тем не менее, на сегодняшний день у муниципальных служб вызывает опасения именно вот этот экземпляр, который мы наблюдаем в течение нескольких лет. Вот этому дубу по самым скромным подсчетам порядка 300 лет. В народе его даже прозвали патриархом. Но вот при ближайшем рассмотрении оказалось, что сердцевина дерева уже наполовину сгнившая. Несколько лет назад дерево пытались реанимировать и предотвратить дальнейшее разрушение. Но все попытки оказались тщетными. И прямо сейчас вопрос о дальнейшей судьбе дуба стоит особенно остро. Многие рязанцы и гости областного центра часто фотографируются рядом с этим памятником живой природы. Но, по словам экспертов, это вполне может быть опасно для жизни. То есть первый момент. То есть мы просим дирекцию благоустройства города установить сигнальную ленту вокруг дуба и по возможности закрыть отверстие для доступа. Эти меры сегодня необходимы до проведения исследований. Для того, чтобы решить, насколько целесообразно и безопасно все-таки сохранять 300-летний дуб, придется проводить дорогостоящую экспертизу. Дерево аварийное, это уже по факту есть, но если провести комплекс исследований с помощью приборов и по специальным методикам, можно доказать, что дерево, или, по крайней мере, уточнить, насколько оно жизнеспособно и как долго оно может простоять. К сожалению, здесь приходится констатировать факт, что бюджетными средствами вряд ли обойдемся. Здесь, наверное, все-таки нужно будет приглашать наших бизнесменов, которые помогут в этом деле. Пока же дерево решено оградить от людей специальной сигнальной лентой. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».